парку, это купил велосипедик, да, там покатался по парку. Вот. Потом встретил каких-то ребят, которые там с рюкзаками куда-то поехали. Уже подошел, спросил, да, там, куда едете? Туда едем, чуть дальше, чем парк. Ну и поехал дальше. Вот. Потом раз, и вон туда. Здесь, ну, трэш такой легкий, в легкой форме, скажем так. Вот. Ну, там дальше что будет, непонятно, потому что сколько там воды будет, грязи, тоже еще неизвестно. Не останавливайтесь, затянет, тапочки не достанете потом. В данный момент сейчас от 18,5 лет до 47. Вот здесь сейчас прямо люди находятся. То есть вот возрастная категория, она совершенно как бы разная. Контакты забились грязью. Сложно именно, я думаю, с утра проснуться, вот, встать с дивана. Вот. И нормально доехать до электрички, сесть и поехать. Вот это самое сложное. Ну, еще будильник, наверное, завести вечером, чтобы проснуться. Более-менее чистый. Самое приятное, ну, когда вот мы выйдем отсюда, вот это будет приятно. Вот. То есть не то, что начало и вот это, а именно, когда мы там будем. Вот. Потому что там будет впереди, еще никому не известно, скажем так. А дальше будет интереснее, на самом деле. Это еще так, это мелкий брызг такой, разминочка. Разминка. Там метров 300 будет просто, ну ладно, не буду говорить, что там. Глубокая Карелия была, вот этим августом Средний Урал будет. Вот. Там почти 800 километров будет. Пора отпуска, то есть как бы там 16, максимум 16 дней. То есть это вместе с дорогой поезда.